Сотрудники госавтоинспекции провели в Одинцове акцию «Безопасный двор». Автоинспекторы побеседовали с родителями, которые находятся вместе с детьми на прогулке. Им напомнили о необходимости постоянного контроля за поведением детей на улице и рассказали о том, какие опасности могут подстерегать малышей. Основной причиной ДТП во дворах остается неожиданное появление детей из-за припаркованных машин.